Катенька, сколько тебе лет? Много. Сколько? 25. Отлично, в самый раз. Привет. Здравствуйте. У вас, кстати, очень красивая, не знаю, дочь, сестра, как назвать лучше? Можете вот, ну, на 2 секунды выйти? Я как-то стою вот так вот жопой всех, вот привлекаю своей на дороге. Я вам пару слов скажу, и мы дальше поедем. Тебя, видишь, ты, кстати, очень модна, ибо у тебя вот эта штучка сочетается с тапками там все. Подожди секунду, что мы какие-то штуковины вообще. Не, просто сюда можно что-то положить. Подожди, я просто проверю, она сквозная или нет. Юлечка, давай телефон, я тебе позвоню как-нибудь. Не-не-не, стой, да, просто эксперимент. Вот можно ли в супермаркете стырить бутылку лимонада? Херак. Смотри, никто не завесит даже, блядь. Ну ты прям очень классно выглядишь, кстати. Слушайте, а вот такой очень важный момент. Я, конечно, понимаю, что я тут вас отвлекаю от столь важного. Но я прям буквально на секундочку вот могу ее вот прям вот в стороночку. Я не украду ее. Вот, кстати, у тебя офигительные ноги. У тебя тоже. Еще юбка красивая. Подожди. Да. Короче, смотрите, не, нам правда надо ехать, мы торопимся. Я бы с удовольствием, кстати, тебя пригласил чай попить. Я кофе люблю. Ну отлично, я буду пить кофе, вот клубный чай, а ты будешь пить кофе. Хорошо. Ты вообще замерзла, кстати. Ты такой вообще забавный был. Смотри, ну на самом деле вообще катастрофически нет времени. Взаимно. Дети мои. Давайте, вам хорошо доехать. Сколько тебе лет? Мне 31. Ну ты хорошо выглядишь. Ну да, я как бы... Понимаешь? У меня все работает еще. Ладно, давайте, я поеду, пока ваш чувак не приехал. Я на добровольце. Все, давай, тебе тоже обалденный рук. Бумажки. А, бумажки. Ну все. Знаете, очень похоже на маму. Это еще и сестра или кто там рядом? Да, сестра. Ну все три одинаковые буквально на них. Можно сразу посмотреть на маму и понять, кем ты будешь. А как тебя зовут? Александр. Сашечка. Меня, кстати, Вова зовут. Ты очень высокая, Сашечка. Всем Сашечкам, Сашечка. Слушай, ну вот смотри, такая двойственная ситуация, да, с одной стороны, охота пообщаться, да, там, а с другой стороны, понимаешь, что там сейчас меня убьют твои родственники. Номер, звони, и будет желание. Да, оно обязательно будет, ты чё. Как-нибудь на днях. Не, ну правда, я сейчас... Вечером в среду, после обеда. Пиши. 8. Слышь, давай я как-нибудь на недельке там тебе позвоню и, не знаю, получится чай попьем. Давайте попробуем. Давайте. Ну что ж ты как... Не, мне, конечно, 30-ник, да? Но я не настолько... А можешь свой номер записать? У тебя прикольные кожаные штаны, кстати. Всем штанам штаны. Увидели, девушка стоит. Там интересно, надо выйти пообщаться. Пойдем пообщаемся. Вообще, куда катится мир? Я не знаю. Все, давай, щеки, щеки, щеки. Да, другую. И меня теперь. На сегодня по-французски. Давай, классного вечера тебе. Пока.